Касается охраны, как вы сказали, да, у меня впервые в жизни действительно люди, которые помогают с, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выяснились какие-то сложности, которые вот привели к тому, что вот меня передали какие-то угрозы и прочее на попечение уже профессиональных людей. Ну вот я знаю, что ходят эти слухи. Ну, спасибо им, спасибо, значит, каждый делает свое дело.